Хейл, гайс, сумешинки, мы продолжаем охотиться, так сказать, за приключениями, либо охотиться за сокровищами, которые мы можем найти в данной локации. Это первая локация. Это вторая локация. Не, светлячки, да, могут и помочь. Мы же там нашли секретку, да, тоже, по факту. Так, здесь есть секретка. Она долго открывает. Опа. Next. Next прокачка. Но не знаю, чтобы мне прокачаться, мне нужно уровень апать. Вот, смотрите, еще есть проход. В уровень. Да, здесь все-таки много есть проходиков. Кто ты? Попрошайка. Милый человек, не пройдете мимо, подайте несчастному бедняжке. Ну, а вот монетку, возьми здесь монету. Так, расскажи, что вокруг происходит. Спасибо, милый человек. Вот тебе история в награду. Ходит слух, что не... Так, что те большие ворота в центре стоят тут не просто так. Их построили королевские маги много лет назад для защиты нас от чего-то большого и ужасного. И что открыть их можно с помощью магического куба. Забавная байка. Опа, и я плюс еще... Ну, видите, как говорится, жадность это такое. Не жадничайте и давайте. Подожди, а сколько я... Сколько мне монет? 38... А, вот как раз куб, который мне нужен. Мы его туда отнесем. Хотя этот куб можно использовать как предмет, с помощью которого можно подняться куда-либо. Гробовщик, дружище, есть минутка? Почему ты шепчешь? Мертвецы, они нас слышат. Очередной псих, и что, мне нечего скрывать. Шепотом? Да, мертвецы повсюду. Армия мертвецов, они копили силы каждую ночь, а теперь дня больше нет. И они сильны как никогда. Говорю тебе. Грядет восстание мертвецов. И как нам их остановить? Есть один способ. Выкладывай. Дальше по тропинке есть старое кладбище. На нем хранятся древние артефакты. Именно он дает нежити силы. Дело в том... А зачем мне это? Что значит дело в том? Дружище, это важно. Я бы сам сделал, но меня мертвецы заверстучивают. Я же все-таки могильщик. А главное, я не знаю, как к ним пробраться. Единственный проход закрыт воротами. Эти ворота построили королевские маги много лет назад. А также, как они любят всякие головоломки, где-то должен быть механизм их открывающий. Ладно, посмотрим, что можно сделать. Ну, по факту, это вот это как раз механизм, который открывается, а это как раз кубик, который мы можем использовать, чтобы открыть. Да, не хочу я выходить. Ну, вещей у меня много, ребят, поэтому нужно их куда-то одевать. Так, а могу я просто швырять камень? На самом деле так. Так просто быстрее все идет. Так, а вот это уже немножко плохо, потому я понял, что это склад наш.
Но мне нужно его немножко вкачать. Не нужно смотреть за лопаткой, то есть забывай про лопату. Нужно будет еще в первую локацию сходить, там покопать. Я могу позволять чисто им сразу атаковать себя и просто наяривать на них. Найдем секрет. Почему могила является секретом? Странно. Самогончик. Добрый человек. Не пройдете мимо, помогите ближней в беде. Кто ты? Что случилось? А темноты монстры совсем лютые стали. Лезут из всех щелей. Торговля мешает, у меня все клиенты разбежались. Помоги спрятаться и так. Справиться с ними. А я тебя вознагражу. Хорошо, жди здесь. А это за этих, да, имеется в виду? Ну слушайте, факела полезны тем, что это хилы. А чё мне за просадки? Они света боятся, поэтому не убегают. Надо будет еще эти цветы сожрать. Интересно, что за барьер я хотя бы запускаю? Всех убил. Давай награду. Ох, спасибо. Вот твой заслуженный факел. Спасибо, будь здоров. Если нужно будет факела, или если что, заходи. У тебя факела можно купить? О, нихер. А, у него скрафтить можно. Котелок, нихера себе. Ну слушайте, хорошо то, что факел можно крафтить. Я могу не только себе путь освещать, но и от врагов отстерегать. Типа это код какой-то должен быть последовательный с открытия, да? Железный лоб, чё надо? А чё химим? Как ваше дело, благородный сударь? Знаешь, что с солнцем случилось? А, я смотрел картинки, но вообще на картинке должен быть красным. Простите мои манеры, я сегодня весь на нервах. Брат отправился в подземелье за грибами и забыл взять с собой клубок ниток. Не выходи тут уже вторые сутки, и я прям места себе не нахожу. Могу попробовать найти его, правда? Я буду очень признателен. Да, сейчас ходим. Сейчас мы за братцем его сходим, сейчас мы себе раздобудем еще что-то. Зажигу нас всякий случай. Вместо того, чтобы мясо жрать и все в таком духе, я лучше сейчас схожу и либо съем растение, либо пойду зажигу факел. Ну, то есть огонек. Я могу туда в ворота пойти, мне как бы все равно. Так, 30-ка это максимум, да, походу? А вот и наш поджигатель вернулся, хе-хе. Чем старый скряга может тебе помочь? Местечко тут действительно хорошее. Кто мне корабль сможет построить? Что еще есть поблизости? Еще недалеко живет кузнец. Добрый малый, но чересчур рассеянный. Молод свой еще тоже пару дней.
Давай отмечу его на карте. Чем старый... Так. Кто мне может корабль починить? Рядом есть стоянка. Плотненько. Туповат, но выполняет работу любой сложности. Хе-хе. Давай покажу его стоянку на карте. Местечко тут действительно хорошее. Я же говорил, хороший бы тут новым домом. Обязательности. Хе-хе. А, обзавестись. Будет тебе дом. Не копти. Так, в принципе, мы идем, да, отсюда. Лагерь. Герой. Я могу вкачать, да, в принципе. Вот так все. Это мне будет 35, да, хп? А ну-ка. Да, 35 хп. Я не вижу смысла сюда идти. Я буду сразу сюда идти. Пятый уровень нужен. А, подожди, я ж не провел. Ага. Мне нужно знать этих КД способностей. Сколько мне уйдет на это все? 25, 38. Давай пока что так. Что это за задание активное? Куда показывают мне задание, алло? Ладно, не суть, давайте, короче, мы дальше пойдем. Поможем его брату, это как раз его брат-кузнец. Игра идет рывкам, попробуйте отключить эффекты в настройках. О, это полезно. А если сюда, меня сразу выкинет? Тут есть два секрета, нет. Ну да, в принципе, вовремя используешь этот, да и все. Вау, вау. Ну, факел нашел. Тут парень-то какой-то сильный. Ну, постоянно типа тоже сейвит довольно плохо. Так что я могу сейвиться, но я... Хотя я могу на том же месте сейвиться. Если это кузнец, я смогу себе улучшить оружие. Да, что там? Ой, не, я понял. Надо сразу посмотреть, сколько хил использует. Подождите. 4. 6. 4, 6, а ты? У хп, наверное, восстанавливает. Так, пока что так. Так, лопата пока что молчит. Главные шмоточки. Шкура. Лопата все еще молчит. Но секрет имеется в виду, когда лопата посияет. Поэтому, ребят, мы все ломаем, чтобы найти на всякий случай.
Да, типа, если спина мне не защищена, то меня в спину атакуют. Там что-то есть. А нет, там у меня просто пятно на экране. Ага. Похоже, сундук оказался кому-то не по силам. Стоп, так тут есть. Чё-то я нихера не понял. Окей. Так мы брата ж не нашли. Ты нашел моего брата? Плохие новости, твой брат труп. Он отправился путешествовать по свету. О нет, это я виноват. Мне следовало идти с ним. Так что насчет солнца? Ох, беда, беда. Как же мне теперь без брата моего? Так, теперь погнали за артефактом мертвых, ребят. Ей закрыто и ключа у меня нету. Оп, тут деревья появились. А, смотрите, в чем прикол. А нет, показалось, что я с одного убиваю. Ну, деревья я с одного убиваю. Да, все-таки ресурсы заново потом поднимаются. Ладно, погнали тогда вниз. Еще один сундук, одно секретное место. Ну, с одной стороны, это хорошо, то, что я прокачался в урон. Нихера. У нихера он пробивает меня. Так, я понял, лучше пока что до нити. Пойдемте сюда, посмотрим, что здесь. Так, ракушка. Так, вот это тоже. Хотя у меня есть способности, чего я способности не использую? Чё тогда я про способности то и забываю? По 25 урона, так? Ну, сложно не забывать то, что я как бы не умираю так легко, как я факел мог создать. Зачем мне столько камней? Кто у меня по инвентарю? А, у меня 5 факелов. Да зажжем, ребята. Сейчас я зажгу. Рюкзак полон. Так, вот это уже плоховато. Короче, ребят, сейчас я походу буду уходить отсюда. Хотя вам плевать. Меня все-таки ударили, да?
По идее, после этой локации мне должны апнуть. В какой-то степени, видите, я могу просто сохраняться по КД. Главное, чтобы были факела. Ай, ладно. Так это ж одинаковые щиты. Ну, так и окружающие уничтожаю. Нужен серебряный ключ. Не забываем то, что я уничтожаю, остается. Так, подожди, у меня место ж есть, да? О, сейчас я сразу факелов посоздаю. Вернемся сюда, я попродаю вещи. Хотя я могу все в рюкзак закинуть. Что я именно туда могу закинуть? Офиг его. Давайте я закину туда. Редко находимые предметы. Блин, вот это, конечно, плохо. Даже не знаю. Подходит. А, это яд. Ну, сейчас продадим, в принципе. Бомбы тоже редко допадают. Сейчас я как раз и посмотрю, пропадают ли вещи после того, как я их. Да. Так. Так, микрофон не фонит. Это хорошо. Да, вещи остались. А это кто? А заметь, он пробивает через этот. Вот говнюк. Странно, что он вообще здесь находится. И заметьте, что это не монстр, а обычный житель того. Так, ладно, в принципе, мы с вами забрали все, что у меня было. Сейчас мы... А, я могу просто спрыгивать, найс. Сейчас мы это дело продадим торговцу, который... Алкашка. Алкашку делает. Я улучшу предметы, если могу. Как раз делаю сразу факела, чтобы меньше места было. Ну, занимало. Оно продалось.
А, вон оно как. Так, улучшить. Кастрюля. Кастрюлю за 50 можно купить. Я могу... Блин, вот прочитай бы, что она дает. Я что, не знаю ни хера, сколько она это. Инвентарь, фильтрация, побежали. Так, это мы были здесь, да? Туда нужен ключ. Ключ надо нам немножко в другом еще месте там было. Сюда сейчас мы зайдем. Да. Улучшайте щит у кузнеца, чтобы его могли пробить более сильные. Не могли бы пробить. Да, это я типа и говорю, типа нужно прокачивать мне деф. Кожа мне нужна тогда будет для... Я создам соломленную шляпу. Буду ходить в соломе. Давайте двигаться в левую сторону. И урон нужно будет прокачать, как я апнусь. А я его апнусь очень скоро. Перо, железо. Видите, он типа третий удар не успевает исполнить. А вдруг это мимик? Так, серебряный сундук. Сразу видно серебряный сундук. Блин, ну здесь, в принципе, апается уровень довольно долго, на самом деле. Поэтому, я думаю, ей... О, это сломать стенку можно. Поэтому, я думаю, я успею насобирать много этих камней. Ага. Ага. А штрафы есть? А в чем штраф? И чё? Так, манать, у меня тоже атакует как бы. Давай, иду сюда. Ты сможешь сюда зайти? Нет. Еба. Что то есть мясо, я не понимаю. Единственный здесь хороший способ, как убить его. Сука. Ой, блядь! Еще раз. До конца. А-а-а. Я вас понял.
Вы поняли, враг-то восстановился. Окей. Да, создать. Сейчас я буду тогда спамить способностями. Я ж не знал, что здесь такая херня будет. А чё он не встает, алло? Да. Спасибо. Да, урон здесь такой, надо защиту вкачивать. Надо, чтобы меня не пробивали. Интересно, сколько тот стоит? Ну, типа, не стоит, а сколько за того дали. Потому что мне, по факту, чтобы отсюда выбраться, мне его нужно убить. Он наносит по 9, ребят. Давайте сделаем таким образом. Я сейчас его убиваю, я отсюда прохожу. Здесь не вы только нужно бить третьим скиллом, чтобы не так мне надамажили. Такое. Вот что значит я подошел. Так, осталось на одну пичку ему. 250 дают. Тогда понятно. А, заметишь, я дальше никуда не могу пройти. Я туда не могу пройти. Хотя тут же был где-то проход. Надо заканчивать серию. Я сюда не попаду. Ну, а, ребят, давайте, короче, тогда, я думаю, заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и... Всем пока. В следующей серии мы, короче, с вами отправимся на кладбище, либо... На кладбище я пробегу через эту каменную воду. Думаю, что сделать. Поэтому всем пока.